Специалисты напоминают, что в жару активность змей повышается. Погода в июле стала для них катализатором к нападению. К тому же не все мамадышцы со змеями дружат. За прошедшую неделю к работникам здравоохранения обратился один пострадавший. Ну, укусы змей у нас в этом году были, их было 7. Один из них был укус ужа, да? А вот 6 укусов гадюки. Все укусы, независимо от того, уж это или гадюка, нуждаются в госпитализации и наблюдении. Потому что симптомы могут возникнуть не сразу после укуса, а через несколько часов. Поэтому все они нуждаются в наблюдении. Мало того, во время укуса может быть внесена и другая инфекция, поэтому нужно следить за состоянием раны. В Татарстане, в том числе и в Мамадыше, участились случаи укусов черных змей. Чаще всего от них страдают ягодники. Однако присмыкающиеся сейчас встречаются не только в лесопосадках, но и в населенных пунктах. В этом году был случай дома, во дворе укусила змея. Угу. А один случай всего лишь? Домашний, да. Угу. А в основном это где-то в поле, в лесу, во враге. Угу. Часто люди ягоды собирают, сейчас сезон идет. И вот про первую помощь можете рассказать. Всех, кто пострадал от змей, в любом случае приходится госпитализировать, комментируют врачи. Какие симптомы? Во-первых, боль в месте укуса, да? Во-вторых, след. След имеет определенные, там, следы остаются от укуса, определенной конфигурации. В-третьих, укус гадюки проявляется сильным жжением по ходу конечностей или вот вверх от места укуса, куда был укус. Может быть, верхнюю конечность, нижнюю конечность. Бывает укус в шею, в голову. Такое тоже бывает. Затем начинается отек кожи. Отек, например, с кровоизлиянием вокруг, с резким увеличением конечности в объеме, да, и сильным болевым синдромом. Скорую помощь можно вызвать по номеру телефона 112 или 03. До ее прибытия необходимо оказать первую помощь, на рану наложить стерилизованную теплую сухую марлю и оставить укусанное место максимально неподвижным, советуют врачи. К слову, за последние 20 лет в Мамадышском районе не было зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с укусами змей.